Здравствуйте, мои дорогие друзья. Давно не виделись. Всем привет передаю из города Москва. Я как бы в промежутках между большими поездками, ну, чтобы уже не засиживаться сильно на работе, там, пытаюсь гулять по городу, смотреть. В Москве очень много, на самом деле, интересных мест, которые даже нельзя представить себе, осознать. То есть совершенно неожиданно. Вот я в ТикТоке увидел, девочка одна показала очень интересное место, мастерскую Федора Конюхова. Ребята, я в восторге. Такое надо видеть. Это мало того, что человек очень отважный и умный, то есть, который объехал и обходил своими ногами просто весь мир, пересекал океаны. Он еще человек, он священник, верующий в Бога точно. И я сейчас вам покажу его мастерскую, это что-то необыкновенное. Посмотрите. Ну, во-первых, вот вход в часовню. Здесь как минимум две часовни, два маленьких православных храма. То есть все подписано, то есть каким святым стоят памятники, да? Тут весь дом, все здание в табличках каким-то знаменитым или святым людям. Якоря кораблей. Вот Сергий Радонежский. Иоанн Третий Великий. Архимандрит Кирилл. Посмотрите, какое-то искусство. У меня нет слов просто описать. Это надо только смотреть и надо своими глазами видеть. Потому что добраться очень просто. Пешком от метро недалеко совсем. Якоря тут, ну просто. Вот, допустим, мемориальная табличка. Великому русскому воину, святому мученику Евгению Родионову. Мальчишка, который не снял православный крест. И его убили в Чечне за это. Его причислили к лику святых, потому что, ну, действительно это мужественный поступок. Вот, посвящается погибшим при освоении космоса. Да, да, оно так немножко в хаотичном порядке все. Какие-то торчат старые якоря, кошки. Но все очень интересно. Часовня в честь святого праведного адмирала Федора Ушакова в память о погибшем военным, морякам и путешественников. И уже более современные военные наши погибшие. Фетисов Анатолий Федорович. Почетный председатель Совета ветеранов краснознаменного Черноморского флота. Вот Валерий Розах. Профессиональный альпинист и парашютист, один из сильнейших бейджамперов мира, заслуженный мастер спорта. Перечисление его восхождений. Проект здания само по себе уникальное, необыкновенное такой конфигурации, такой указательный столб. Южный полюс, Северный полюс, сквер якорей. Мастерская Федора Конюхова 0 километров. Южный полюс 16206. Северный 3774. Вот памяти погибших при освоении Антарктиды. Валерий Чкалов. Памятник. Табличка висит. Памяти погибших при освоении Арктики. Кристаллы, привезенные откуда-то, наверное. Вот Нахимов Павел Степанович. Совсем позеленела табличка. Полярный летчик Орлов Александр Валентинович. Ну, как дань памяти всем, как говорится, и первопроходцам, и мужественным людям. Ушаков Федор Федорович. Вот Владимир Высоцкий. Наверное, таблиц очень много с перечислением
людей. Вот внутри памятник Дежневу. Семен Иванович Дежнев. Крест из цепей. Интересно сварен. Вот еще одна часовня. Обсерватория Мирный, Мара Иван Федорович. Ага, эти перечисления ведут людей, которые на Северном полюсе, на Южном полюсе работали. Часовня святого преподобного Варлама Кирицкого, чудотворца, покровителя северных мореплавателей, 16 век. Привезли часовню. Федора Конюхова от правительства Республики Крым и города Севастополя, 2014 год. Республика Крым подарила часовню. Все здесь поставили, установили. Якорь и кошка в дар музею Федора Конюхова от Крымской таможни ФТС России в исторический год воссоединения. 14 год, да. Вот такие места здесь, ребята, в Москве бывают. О, посмотрите, в глубине стоит памятник Ермаку. Тут проход маленький есть, можно будет разойти. Все-таки посмотрите. Оп-оп-оп-оп. Вот, смотрите. Ермак Тимофеевич, кто жизни не щадил своей, опасность в свечах презирая, тот думать будет ли о ней, за Русь святую погибая. Так. Такое необыкновенное место здесь есть. Может, кто-то похулиганил, мне неудобно так лазить. Я стараюсь, как бы, обычно не хулиганить. Ну, показать хотелось. Вот такое необыкновенное сооружение. Ну что, поехали дальше. Пойду что-нибудь еще посмотрю, погуляю.